Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас выехали в Сочи. Ты так просто сказал, мы сейчас выехали. В сторону Анапы едем. Нет, мы еще, наверное, сонные. У нас сейчас 6 утра, мы выехали в 5 утра. А чтобы проехать, проскочить все пробки возможные. Вот, и едем в сторону Анапы на несколько дней. Сменить обстановочку. Сменить, да, обстановочку. Там забронировали отель. И, в общем, едем. А что это тут? Выбирай. Это праздник. Какой праздник? Лопнувший. А, Новый год? Вот, ёлочка. Это остатки от шарика, который должен был быть. Но его нет. Был бы быть. Да, но его нет. Миланка чуть-чуть поспала, Лика? Можно сказать? Нет. Да я не спала, я все слышала. Да ты спишь, не слышишь, не удивляйся. Представляешь, она все слышала. Все, что мы говорили. Кошмар. А зачем вы гирлянду убрали новогоднюю? А туда убрала. Тинь-тинь. Так, нам ехать вроде бы недолго по расстоянию, но опять же... Недалеко, но долго. Но опять же, из-за того, что здесь серпантин и... Где-то будут, наверное, пробочки. Нам ехать, наверное, еще часа 5, да? Сколько? А, вот, по навигатору 5 часов 5 минут. Ребята, смотрите. Уже полчаса добавилось. А кто там у тебя под одеялком спит? Покажи. Покажи. Мяу! Мария, кошечка Мария. Она замерзла, Миланка ее грела, укрыла. Ну, укрывай, укрывай одеялко. Мяу, она опять спряталась, да? Под одеялко. Девчонки, конечно же, взяли с собой этот мыльный пузырь. А зачем мы взяли? Как зачем? Будете, наверное, пускать мыльные пузыри-то? Наверное. Да? А я не буду. Милашка, а может, ты еще поспишь чуть-чуть? Я тебе сюрпризик подарю. А можно я посплю, ты мне сюрпризик подаришь? Нет, боюсь, тебе не а можно я посплю? Нет, точно спать нельзя. Папа без сюрпризика. Тебе, ты сюрпризик получишь, если ты спать не захочешь. А, тебе будет тогда сюрпризик. И пока. А если я просто когда не надо. Когда не надо. Ну, вот, если это ты как? Поспишь, просто если ты будешь если притворяться. Если ты поспишь 2 часика. Вот сейчас 7:30, если ты поспишь до 9:30, то я тебе подарю сюрприз. Море такое грязноватое. Сюрприз. Потому что с гор прям мы сейчас гор, речки проезжали, да, прям разные грязные реки. И вот куда река впадает, куда там вообще прям такие черные полосы. Ну не черные, желтые. Да. Коричневые. Кто зевает? Кто? Кто? Я. Где? Я всегда оттуда. Почему, зачем, это обстоятельства я вижу. Не зря 9 лет в школе прочь. Да. Опять ты достался новогоднюю гирлянду. Выгонил. С Новым годом. С Новым годом. Все. Новый год закончен. В этом году Новый год прошел очень быстро. Или как это? Мы не готовились полгода? Нет. А как же видео? Подготовка к Новому году. Лик, ты что, я все проспал? У нас новая традиция. А-а-а. Отмечаем за 5 минут, не готовились к Новому году. Подожди, мы приедем с моря и начнем готовиться к Новому году. Нет, мы приедем с моря, мы начнем готовиться дальше к школе. А потом, когда я пойду в школу, мы начнем готовиться к Новому году. И надо мне сувать эту палку. Это Туапсе. Это мы сейчас, да, проезжаем Туапсе. И посмотрите, как здесь все везде затянуто. Идет дождь в горах. В общем, совсем не айс. Где-то там светит солнышко. И здесь везде вот так вот затянуто. Ветер. Вообще, посмотрите, погода. Ну да, вон деревья посмотрели. Да, ветер прям страшно. В общем, мы едем. Куда-то едем.
Аж страшно, да? Что будет там, куда мы приедем? Может быть, эта тучка за нами просто бегает везде? Ну, мы от дождя, а дождь за нами. Ага. Непонятно, что происходит. В следующий раз на море приедем, и нас будут гнать метлой. Уходи отсюда, блин, опять дождь привезли. А с Питера уехали, там солнышко, тепло, хорошо. Не хочешь, чтобы громохнуло? Ну, тихо громохнуло, где-то далеко сверкнуло. Олег, дай я полетел. Мы съезжаем сейчас с пробочки. Олег, дай я полетел. Уже своя пробочка. Ой-ой-ой. Пробку обижать, да, мама? Мы как-то уже здесь ездили. Ужас. Не, здесь не ужас. Дальше ужас? Ужас, говорю, дальше. Ты с ума сошел? Ты что, пугаешь меня? Не, так дождь идет, гром. Блин. Ищи склоны. Блин, без памперса невозможно ехать. Кто-то там дрыхнет. Кто-то в телефоне. Ай, страшно. Ладно, же брат напишет. Давайте вернемся вокруг. В Сочи? Да. Ну, тут кто-то с нами поедет. В Сочи повезло, мы уехали. Она помыть тебе это. Она песочке. Кто в Анапе, держитесь. Везем дождь. Не, ну правда, смех смехом, но он всегда за нами идет. Ну да. О, а тут они еще шарики какие-то повесили. Зачем? День рождения твой поздно. Отмечали вчера. Знали, что сюда ты приедешь. Точно. Главное, чтобы вот эта шестерка не застряла нигде. Хотя они очень молодцы, проходимые такие машины были. Но лучше по чуть-чуть ехать, чем там в пробке стоять. Слушай, может, склоны такие, блин. Ну, вот такие. Улица Суворова, мокрый дядька стоит без зонтика, нормально все. Вы видите вот это? Вы вообще это видите? Что происходит? Какой-то кошмар. Я хочу в солнце. Я не люблю такую погоду. Лика, выходи, беги с зонтиком. У нас эта машина, чтобы мы не намокли. Разгоняй. Что ты там лежишь, дрыхнешь? Что с тобой? Бегу. Такой снег. Бегу. Как-то страшно. Да здесь все уже, нет, не город ничего. Вот девушка с зонтиком, но все равно мокрая. А ее задувают, смотри. Да, зонт, блин, у нее такой хороший. Как от солнца на пляже прячется такой размер. Да, она с пляжа просто прихватила с собой. А что делать, мокнуть что ли? Да что, о, я не пойму. Страшно. Почему ты так себя ведешь? Страшно. Я ухом ударилась. Ухом? Ой, грязь в море начинает течь. Сейчас все потечет. Держись подальше от красной. Бордо, шестерки. Бордо. Модно бордо. Девушка, а все без зонтика. Ну да, никто не думал, что вдруг дождь начнется. Вот мы выехали, пробочку объехали. Ну как, ой, объехали, смотри. Мы проехали какой-то участок, но еще постоянно. Не езжай за ним так близко, блин. Тяжело ему, да? Ну конечно, ты что, не видишь-то? О, он прям буксует. Да. Ну что, шучу, что ли? Да,
спала. Притворяюсь. У мамы сон прошел тоже. Рукой сняла, да? Фух. Ой, видал? Как забуксовал. Там и пробку такая въехали. Пропустите нас, пожалуйста, я с камерой. Вы попадаете в наше видео. Можете передать все привет. И вы передавайте привет. Подожди, он не хочет пропустить. О, пропускает, Фордик нас пропустил. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Всем привет. О, дождь закончился. Ну, это только там, когда съезжаешь. Это как, знаешь, с дороги, да. Карусель вот такая вот, да, это экстремально. Там сразу с дождем, с горками. Подожди. Я в прошлом году ездил. Проехать можно, но если подвеску не жалко, гравийски много. Можно не проедешь. Вот много не проедешь, утомляет. Это кто-то спрашивал про... Кто-нибудь через Шаумянский ехал или едет? Ну, поедем. Да нет, наверное, я думаю, что нас по всяким прям буеракам не поведет. Яблоки, яблоки плывут, посмотри. Яблоки на воде. Ты смотри на дорогу воде. На воде. Опять эта бордовая шестерка здесь. Ну, он по Шаумянскому поехал. Так это он, наверное, и спросил. Мы уже приехали в Лермонтово. Проехали, да. Вроде солнышко светит и очень красиво. Море, конечно, мы проезжали, я не засняла, но море такое, знаете, грязноластенько, так как бы так с виду. Так дожди какие-то. Конечно, да, такие дожди. Вид очень красивый, смотрите, это вот море. Я обожаю такой вид, горы, море, вообще красота, красота. Так, мы немного перекусили. Папа сейчас будет ругаться. Почему? Потому что опять слайм, что ли? Ничего себе, посмотрите, он светится. Милаш, давай не будем пока открывать его. Ну, Милаш, у Миланы последнее время что-то слаймы вытекают. Из рук. И, в общем, Милаш, давай не будем машину испачкаешь, они не отмываются. Давай. Смотрите, какой слайм, он тут светится. На солнце целый пакет. И он блестящий. Слайма. Светящийся слайм с блесками. А как, он прям светится в темноте? Да. Теперь осталось найти темноту. Зачем? Мы так видим, что он светится. А, просто я не вижу. Мама, ударь, мы покажем. Да. А, я думал, он сама это, слизь да. Светится. Нет, там шарик вот. Светится. Они хитрые. Обман. Прям как будто бы в море, да, спускаемся, съезжаем. Да, вот. Какая красота вообще, прелесть просто. Как на картинке, да? Да. Очень. Вот красиво. Кабардинка на картинке. Да. Какая прелесть. Вы это видите? Ну такие барашки на море. Волны, да? Ну, наверное, волны. Сейчас посмотреть надо на берег. Ну, такие барашки есть. Это какие-то означают, какие-то приметы, не приметы, а вот что-то это означает. Ну, волны, помню, наверное, скорее всего. Мы заехали в Анапу. И здесь солнышко. И это нас радует. Отельчики сразу все курорт. Миланку. Так, мы уже приехали, сейчас поднимаемся на четвертый этаж. Ребят, давайте потом, уже лифт приехал, едет. Неплохой такой отель. И первая линия. Можно было бы пешком подняться. Третий. Второй. И первый. Рука должна не тащить. А? Рука должна не тащить. Ну да. Сейчас всех выпустим.
Забегаем. Четвертый этаж нажимаем. Закрываем дверь. Вход, пожалуйста. Да. Вот, пожалуйста. Вот сразу и минимум. Сразу. Чтоб ты пока ехала в лифт, уже... А где Цезарь? А, вот Цезарь. Ну, вот, все. Ой, тут кофе есть, круассанчики. Все, мы тут ехаем. Ну, ходим. Нас тут должны уже ждать. Поднялись на смотровую здесь. И вот вид. И просто жесткий. Пляс. Ну да, ну там что-то будет. И по кустам погребли. Ну да, мы вот получаем все. Вот здесь можно эту дорожку пройти и сразу дальше. Класс. Такой пляж не прям такой, да, вот, ну, много людей. Нормально. Ну, отсюда, мне кажется, много. Много, мне тоже кажется, что очень много людей. Мне кажется, ну, такой, ну, ну, вот прям... здесь этот центр, здесь много людей, но там поменьше людей. По диагонали идти. Ну что, идем в номер, мы сейчас тут с номером решаем, выбираем номер. Красиво тут идти. Милашка, конфетку дай тебе. Здесь бассейн. То у нас тут такая столовая при отеле. И мы сейчас будем обедать. Тут всякие вкусняшки. Миланка, ты что будешь кушать? А? Я, наверное, овощи буду. А вот вы... Это суббота? Ага. Нет, ты это не будешь, Милаш, я понимаю, все это выглядит вкусненько, но это можно на завтрак или на полдень. Я сразу туда побежала, ой, а вот еще салатики есть такие. Угу, компотики, супчики. Сейчас мы заселимся в номер, Милаш, и будем супчик кушать. Милаш, закрывай, чтобы... Нет, ой, посмотри, какой аппетитный тортик, это, наверное, морковный. Да? Сейчас будем кушать? Миланка, тебе кроватка. Где наш номер, ищите? Да нет, Милаш, это просто стоит, вдруг кто-то заедет с маленькими детками. Здесь такой... Здесь такой диванчик классненький, море видно, да. Да? Там номер. Так, мы потихонечку заселяемся, а я вам уже сейчас проведу рум-тур. Так. Алика, где карточка? Он где-то. А. Так, в общем, давайте начнем здесь. Здесь у нас получается вот такой номер, 3 кровати. Ну, здесь получается одна полуторка и здесь сдвинутый, да? А, нет, матрас один, общий. Матрас общий, то есть вот такая односпальная здесь кровать. А здесь такой шикарный балкон, сейчас я вам покажу. Здесь у нас стульчики, в общем, зеркало такое большое, классное, красится телевизор. Тут полочки, тумбочки, здесь, наверное, мини-холодильник. Да, мини-холодильник, здесь чайничек. А вот. Если вы недовольны качеством нашего сервиса, звоните круглосуточно, мы все исправим. Ликуль, закрывай, потому что... Ключик нужен, Лик. Ключ нам нужен. Здесь, в общем, вот такой большой. Свет. Свет включить, карточка, то есть, нужно. Здесь шкаф, сейф, одеяло. А, что здесь еще? Шкаф такой большой. Здесь глаженка там стоит. Оп, вот. Так. Здесь у нас раковина. Ой, как все красиво. Что тут написано? Где? Берегите воду. Классно вообще тут все красиво. Ой, какой у нас тут. О, а вон душ. Унитаз. Вот он душ. Да, и вот он душ. Ой, как все красиво. Да? Вообще классно. Не надо же, Милаш, туда заходить. Очень красиво, мне прям очень нравится. Очень-очень все нравится. Это биде? По сути, биде. Ну вот, смотри, стульчика. А, открываешь, что там. А, да-да-да. Так, ладно. Я тележку пошел относить. Это вообще... Что ты пошел? Вниз, тележку отвезу, покажу тебе врач. Да, да. Слушай. А пойдемте посмотрим балкон. Милан, это подожди. Просто. Это что-то самое лучшее, да? Да? Да. Прошу вас. Я здесь буду жить.
Вау! Это круто! Здесь лежаки! Вау! Милан, класс? Вот это здорово! Слушайте, ребята, прям пляж видно с балкона, с номера. Посмотрите, какая красота! Акула, да вряд ли там милаша акула. Стол, стульчики. Это что-то. Слушайте, ну это красота, красота. Милан, не подходи близко. Ну класс? Да. Класс, слушайте, я... Ой, ой, двери какие тяжелые. Мощные. Милан, выходим. Без, да, без меня нельзя тут оставаться. Пойдем. Слушайте, мне очень нравится. Я, если честно, прям очень довольна номером, отелем, вообще классно. Сейчас пойдем попробуем кухню. Дочь, сейчас вначале кушать идем, ладно? Милаш, ну а потом уже и это слайм откроем. Мы сейчас кушаем и идем на пляж, хорошо? На пляже можно будет... Здесь то, что еще хорошо, потом мы покажем бассейн, и он, в нем можно, допустим, в обед, когда жарит, да, можно там купаться, там в тенечке, там получается крыша, она затягивается, то есть выдвижная такая, скажем, крыша. Когда дождь или там жарит солнце, они ее прикрывают, и получается как бы половина бассейна открыта под небом, да, а половина получается как бы закрыта, и можно купаться. Здесь вот такая зона, кухня. И вот тут вот можно пообедать, позавтракать. В общем, с 8 до 8 работает столовая. Это очень удобно. Мы сейчас будем обедать. Заказали кто что хочет. Я лично захотела уху с семгой, а Лика борщик. Миланка тоже чуть покушает борщика, но пару ложек съест, будет хорошо. Так, Миланка вот хочет пюре, гуляш. Я заказала себе голубец, рис. Миланка еще захотела такое вот суфле попробовать клубничное. Оно выглядит, кстати, очень аппетитненько, я вам скажу. А папа у нас ест окрошку. Мармелад. Ну, это, наверное, мармеладик, я не знаю, что это такое. В общем, выглядит все аппетитненько. Всем приятного аппетита, ребята. Мы сейчас пообедаем и поедем на пляж. То есть пойдем на пляж. Пойдем на пляж, спустимся на пляж. Всем приятного аппетита. Сейчас Лика сейчас собирается, а мы пойдем посмотрим. Здесь есть детская зона и спортивная. Наверх, да? Нет, вниз. Второй, третий этаж. И спортивная, мандовая ручка, и спортивная зона детская. Пойдем посмотрим, что это такое, да, Милаш? Пойдем. Это вот сюда, да? Вот второй этаж. А, слушай, а почему не на лифте? Надо было на лифте. Здесь 6 этажей в этом отеле. Вот здесь на третьем спортивная детская какая-то площадка. Не знаю, что это такое. Пойдем посмотрим. Детская, я думала, просто спортивная. Мне показалось, что сказали детская спортивная площадка. Здесь, кстати, наверное, нет. Нет, ну, пойдем вот сюда, Мила, сюда. Где-то что-то здесь есть. Пойдем посмотрим. Где-то... Ты чего? Папа наш хотел вот это вот снести. Это не двигается. Это не двигается. Ты что думаешь, тут замаскировано что ли там? Это выход. Это не тут. А где тогда? Сейчас пойдем, не найдем, спросим. Пойдем. Мне кажется, вот там. Ну ладно, пошли. Вот там закрыто. Сейчас еще раз попробуем. Слушай, ты сейчас выломаешь. А, здесь закрыто. Здесь не двигалось. Ну да, нет. Пойдем. Пойдем дальше. Это что-то мы не туда зашли. Пойдем, Милаш, пойдем. Сейчас найдем. Вот, все, мы нашли. Аккуратно, только аккуратно. Ой, прикольно, да, здесь ребенку? Да. Такие вот мягкие... Все закрыто и одновременно воздух свободный, да? Да, вообще классно.
здесь вот лестница, в общем, такие детские тренажеры, качелька, лежаки. Ой, здесь можно пресс покачать. Вообще класс. Аккуратно, только не шлепнись, только не шлепнись. Милаш, классно вообще место. И еще какая-то еще детская зона здесь должна быть. Детская комната. Ну там просто можно качать. У нас папа пресс уже начал качать. Слушай, я тоже сейчас покачу. Ну сейчас нет, потом придем. Вечером, да, можно будет? Пойдем еще на второй этаж посмотрим. Пойдем посмотрим, что еще. А там еще какая-то детская площадка. Это спортивная, а там детская с игрушками. Давай чуть позанимайся, мы сейчас на пляж идем, Милаш. Не, Милаш, это для взрослых. Здесь вот мы будем качать пресс. Мы сейчас сходим, Милаш, сходим сейчас на море, на пляж. А вечером можно будет сюда прийти, и ты поиграешься, а мы покачаем. Покачаемся. Сейчас сходим на второй этаж, посмотрим, что там. Уж очень нам стало интересно. Детки где-то плачут. Милаш, давай за ручку. Тут такой кафель как вывезли. Ну, телевизор, в принципе, у нас есть, знаешь, телевизор посмотреть. Мультики у нас можно в номере спокойно посмотреть. У нас достаточно большой телевизор. Вот, и очень хорошо показывает. Там детские каналы, и карусели. Эй, вы где? А. Что же там интересно за детская площадочка? О! Ой, тут смотри, туалет общий. Есть там. А здесь вообще так, пожалуйста, приходите в детскую комнату, снимайте обувь. Так вот написано. Вау. То есть здесь такая комната большая. Какая зона детская, классно вообще, есть чем заниматься, да, Милаш, деткам, скажи, да. Супер, ничего себе, класс, вообще очень уютненько, прям нам нравится вообще, Милан, ты видела, какой конструктор классный, здоровый. Здесь разные, смотрите, развивашки, коврик такой, смотрите, конструктор, машинки для песочка. Кстати, тут же песочный пляж. У нас, по-моему, есть такой наборчик, мы с собой взяли. Здесь много всего интересного. Здесь даже приставочка такая есть. Вау, машинки. Паровозики, машинки, диванчик можно с детьми прийти, вот как бы тут отдыхать, а дети играются на бедах с детьми. Здесь манежек с шариками. Класс. Кухня. Миланка, ты видела кухню, как у тебя в детском садике? Видела? Такая же кухонка, смотри, точь-точь, как в детском садике. Да? Просто класс. Класс. Я отсюда вообще не вылазил. Ну, вообще супер, да? Класс? Тебе нравится, Милан? Это для малышей, которые ползают, чтобы никуда они не делись. Вообще, слушайте, ну просто классно. Есть чем позаниматься. Давай, давай, забивайся, иди, 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 сиди, в другую сторону. Вот так. Давай, крути резко. Вау, вау. Теперь вот это резко. Крути. Нет, не в эту сторону, а. Давай, бей. Опа, оп, молодец. Оп-оп-оп, ай, ай, Милана пропустила. Себе, себе. Ай. Надели купальнички, в общем, готовимся на пляж. Сейчас Лика приоденется. Я уже скоро хочу пойти на пляж. Песочный пляж, там столько песка, класс вообще. И водичка вроде чистая, но мне кажется, там волны сегодня. Ну, посмотрим. Большая лего. Все, Милана не знает, что же делать. А игрушки ты смотрела еще? Только надо игрушки все складывать за собой. Только да, за собой складывать, Милаш. Я уже посмотрела, что здесь есть, много всего интересного. Слушай, а мы взяли вот такой вот наборчик, как раз для песка. Ведерышко, лопатки.
Все, пойдемте там уже Лику брать и на пляж. Лика, я думаю, уже готова. Пойдем. Тут мы тонем в песке. Ну что, погнали. Погнали, Лика. А песок, кстати, не прям тепленький. Ой, тепленький. Такой приятный. Вообще прелесть. Я, честно говоря, забыла, как это по песочку. Да, мы давно были. Мы в Анапе были два раза, но я была, это очень было маленькая. 3 года тебе было, когда мы первый раз приехали в Анапу. Ну, а здесь типа деревяшки, хотя особо они не помогают. Ваты сладкие делают. О, смотрите, все по 30. Вот такие вот песочки. Мы сейчас по 30, все по 30. И по 25, и по 30 есть. Да. Милаш, идем. В общем, идем на пляж. Такой рыночек небольшой. Небольшой, да. По браслетике надо будет списать. Да, слушай, браслетики на обратном пути глянуть. Своевременное тату. Вот это да. Так, сразу рты закрываем. Песко, пиши это. Босиком, да. Милашка, давай это снимай. Лик, ты сняла, да? Да. Правильно. Класс. Лика. Массаж, да, такой? Немного приятнее. По камням, да? Нет. По камням. Ну, вот единственный минус, песок, вот что нам не понравилось, да, тогда вот везде он. Не, ну здесь ты заходишь с воды. Да, сразу там сразу приходит. Не, ну я имею в виду купальник, все вот это вот, шапка, все на голове, песок, во рту песок, везде песок. Пойдем, Милаш. Знаешь, номер там посередине, предпоследний этаж. Да. Вы только Миланке, да, взяли круг? Да. Миланкин? Ну и ладно, достаточно нам. Пойдемте. Да, стори сниму. Давай. Так, мы уже пришли в отель. Сейчас будем пить чаек с конфетками. Мы с Ликой сейчас будем монтировать видео. Все сегодня накупались, устали. И в дороге немного устали. В общем, сейчас будем отдыхать. На этом наш влог, ребята, сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.